Во Дворце Республики сейчас готовят новогоднюю программу. Танцевальный ансамбль «Виарика» каждый день репетирует по 4 часа. Аня Кучеренко застала артистов, когда те в очередной раз отрабатывали молдавскую хору. Этот концерт для «Виарики» ответственный и суперважный. Артистам хочется закружить в танце каждого зрителя, сидящего в зале. Поэтому репетиции каждый день по 4 часа. Новогодняя программа – это как экзамен. И не самый простой, говорит Игорь Чубану, руководитель «Виарики». В программе, конечно, будут самые яркие номера, и хореографические, и музыкальные. Мы начинаем концерт с праздничной хоры. Потом разнообразие пойдет у нас. Пойдет украинский танец «Перетупы». Русская плясовая, а потом пойдет хор «Фетилор», цыганский танец, танец де кодру. Слушаешь Игоря Валерьевича, и самому танцевать хочется, правда же? На это и рассчитано. Ноги пойдут в пляс, а душа и вправду запоет. Это уже работа музыкантов. За музыкальное сопровождение отвечают они – скрипачи, клавишники и гитаристы. Что интересно, это не генеральная репетиция, то есть мы находимся в репетиционном да, зале. Репетиционный зал. А здесь оркестр. Вы часто так репетируете? Конечно, раз в две недели, может быть, даже бывает такое, что раз в неделю мы репетируем с оркестром. Это же коллектив, единый коллектив, мы не можем, мы не отдельно работаем. Да, мы репетируем отдельно, но когда готовимся к программе, мы репетируем вместе. Новогодний концерт «Виарики» – добрая традиция танцевального ансамбля. Каждый год зрителям дарят новый сюрприз. В этом году он прилетит прямо из Израиля. Прилетает виртуоз-скрипач. Да, это будет сюрпризом. Мы не будем говорить, какие номера, как они называются. Так что это будет сюрпризом для наших любителей народной музыки. Если верить сайту «Билет ПМР», места осталось мало. Сами посмотрите, почти весь зал заполнен. На новогодний праздник лучше приходить всей семьей. 22 декабря в 18:00 артисты ждут вас. Анна Кучеренко, Данила Кузьменко, ТСВ.